Момент ДТП с детьми на улице Салавата Юлаева попал на видео. Школьников буквально разбросало по дороге. Эти кадры уже отсмотрели инспекторы ГАИ. Судя по съемке, водитель легковушки двигался на приличной скорости. Напомним, двух детей сбили на пешеходном переходе в Челябинске. Одного ребенка госпитализировали. Эти кадры первых минут после аварии. Очевидцы оказывают школьникам первую помощь. Пешехода сбили. Вот это да, смотрите, лежит. Сообщается, что по зебре переходили двое подростков 8-12 лет. Водитель Hyundai, видимо, решил, что успеет проскочить. В результате дети получили травмы. У одного из мальчиков сотрясение и травма живота, у второго сотрясение и подозрение на перелом.